Думается, что время на выяснение отношений терять обеим сторонам не стоит. Молниеносные визиты VIP-чиновников в Калининград могут так же быстро иссякнуть, как они и начались, если вдруг нечто неординарное произойдет где-то в другом регионе России. К примеру, однодневная рабочая поездка спикера Госдумы Бориса Грызлова в нашу область показала, что оппозиция вместе с парламентским большинством в состоянии правильно формулировать и ставить вопросы. Уже просматривается и результат. Во-первых, господин Грызлов пообещал 2,3 миллиарда рублей сверхцелевых программ на достройку кардиоцентра. Заявил, что в этом году он обязательно должен быть достроен. В таком случае в следующем, 2011 году, мы получим еще 1,3 миллиарда рублей на оборудование. Во-вторых, спикер сообщил, что федеральный центр уже откликнулся на обращение депутатов областной думы, которые жаловались на слишком высокие тарифы на транзит природного газа через сопредельное государство, что, как известно, приводит к не менее высоким тарифам на услуги ЖКХ. Речь также шла о таможенных проблемах, мешающих развитию бизнеса, о ситуации с визами и позиции Евросоюза, которая могла бы смягчиться, если бы иностранцам было разрешено безвизовое посещение региона, а также о том, что не мешало бы поактивнее лоббировать интересы области в столице. Для России, для Государственной Думы то, что происходит в Калининградской области, очень важно. И мы принимали очень серьезные, знаковые решения для того, чтобы поддерживать Калининградскую область. Ну, наверное, надо сказать о том, что Калининградская область является единственной территорией Российской Федерации, где свободная экономическая зона распространяется целиком на субъект Федерации. И к концу встречи с депутатами и бизнесом Борис Грызлов заявил, что будет принято постановление, обеспечивающее многократное пересечение границ для жителей Калининградской области без ухудшения режима транзита.